Оперативники убойного отдела уголовного розыска задержали слесаря газовой компании. Его подозревают в убийстве знакомой. Жестокая расправа случилась в июле. Женщину 60 лет нашли в частном доме в поселке имени Свердлова. Эксперты по многочисленным ранам на голове поняли, что пенсионерку перед смертью избили. На груди увидели колото-резанную рану. Судя по странице подозреваемого в соцсети, мужчина интересовался электроникой, проводил время с внуками. Сейчас он в изоляторе.